Не знаю, куда они дели второй сундук, но второго сундука не было. Давайте в лес возьмем. Поедем в лесу. На нашем автомобиле. Так, возьмем там сундучок. Сундучков там много, конечно. Но почему я один сундук только открыл? Ну ладно, сейчас мы аккуратненько будем ехать. Возьмем, заберем сундук. Там деньги будут, там 1500 монет как минимум должно лежать. Так, едем на нашем вездеходе. У меня колеса, кстати, для зимней версии стоят. Кстати, надо будет с Джеки, когда состязание будет, взять вот эти вот колесики для автобуса. Вдруг они помогут. Я смогу открыть новую тачку. О, нет, не могу, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что такое, либо с колесами не так, либо что? Почему мы не можем забраться на гору? О, наконец-то забрались. Так, бонус за расстояние, 1000 монет. О, 100 монет. Так, а вот же наш этот самый сундук. Все, один сундук мы взяли. Есть вариант, что еще можно взять сундучок. Если мы, конечно, заедем. Но вряд ли, конечно, заедем. Но попробуем. О, давай. А, нет, разбились. Да, елки-палки. Ну, давай посмотрим, что там у нас в сундуке. 1400 монет. Так, все, спасибо. А, это так надо было еще забирать, что ли? Так, 14000 монет. Я хочу либо зиму, либо гору разблокировать. Тут 30 тысяч, это 40 тысяч. Скорее всего, я буду разблокировать гору. Но пока, к сожалению, у меня ничего нету здесь. Давайте возьмем лес. Давайте возьмем автобус наш вонючий. Детали здесь посмотрим. А у меня это нету здесь таких вещей. Я думала, эти все вещи для всех рассчитаны. Автомобили. Нет, для каждого автомобильчика нужно открывать отдельно. Вот это разработчики что придумали. А они хулиганы. Разработчики хулиганы. Специально, чтобы донатили. Но мы без донатов играем. Донатить не будем. Хотя, может быть, в будущем, чисто для эксперимента, для канала, я, может быть, и что-нибудь и куплю. Сделаем донат, ребята, если вы захотите. Я куплю донат какую-нибудь в игрушку. Ну а так играем мы без доната. Нам нужно отыграть хотя бы эти монеты, заработать. Чтобы что-нибудь открыть. Какую-нибудь новую трассу. Я хочу горы открыть, потому что я риф открыл, а он мне не нравится. Вообще никак. Смысл было его открывать, не знаю. Ну да ладно. Ну все хорошо. Опа, тихо, сейчас здесь подъедем. Кстати, ребята, хотел передать привет, значит, Эльзе, Екатерине, Максиму, Евгению, Жене Море. Вам, ребятушки, привет я передал. Так, передал. Опа, аккуратно, здесь стоим. Да, если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто напиши в комментариях привет, и в следующем ролике я обязательно передам привет тебе. Ну, ты должен поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписанный. Так, все, едем. А мы пока едем на автобусе. Аккуратненько. Так, вот мои монетки. 130 монет. Ой, спасибо, спасибо. Ох. Так, вроде бы живой. Нормально едем. Да, ну стукнулись мы нехило так. Ну что ж, отправляемся и едем дальше. Сколько мы уже расстояния прошли с вами, ребята? 900 метров. Мне кажется, здесь я еще ни разу не был на автобусе. Да, реально, здесь на автобусе я еще ни разу не был. Будем прокачивать автобус. Он мне нравится более-менее. О, видишь, 1200 нам заплатили. Уже 15-ку мы имеем.
Пятнашку. Это хорошо. 15 тысяч. Так, здесь бы подняться. Да, мы сможем подняться. Скорее всего. Есть. Поднялись. Нам бы... О, еще 1200. Еее, 1250. Отлично. Так. Ой, разлетелся наш автобус вонючий. Вонючий случай. О, нет. Бревно какое-то, которое туда-сюда. Нам такое бревно не нужно. О, а здесь тоже, смотря, какие-то кривые висят. Кто вообще настроил эти бревна, а? Можно было просто бы проехать. А так такие мосты нам не нужны, ребята. Не нужны. А где там у нас бонус за расстояние? 50 метров. Я надеюсь, мы доедем. Ого! Ого, какой спуск. Серьезно? 1300. Вот, 18 тысяч у нас монет. Это очень хорошо. Почти что 20 тысяч. На автобусе мы много проехали на этой трассе. Очень много. 1500 метров. 1,5 километра, что ли, проехали? Серьезно? Опа, тихо. Так, 40 метров. Будут еще денежки. Так, давайте доедем, я надеюсь. Давай. Нет, мы не можем доехать. Серьезно? А, главное не перевернуться. О, давайте вот здесь соберем. А, нет, нафиг ты такое сальто сделал, вонючка. Да, не повезло здесь. Так, а давай в кубки поиграем, почему бы и нет? Сыграем в кубки, возьмем автобус. Деталей здесь нормальных ничего нету. Абсолютно. Так, тут мощность автомобиля требуется. Ага, понятно. А что у нас там с металлоломом? А, набрать нужно золото. Господи, боже мой. Ладно, давайте попробуем проехаться. Не знаю. Опа, ну мы же пытаемся. Так, смотри, чувак какой-то двинулся вперед. А, отлетела шляпа у него. Чувачела, ты чего так спешишь на автобусе? Я не знаю, разбился. Чувак разбился просто. Он не знаю, куда он так спешил. Он хотел выиграть. А здесь, в этой игре, спешка, она не нужна, ребята. Есть. Первая позиция. Это очень хорошо. Мне еще 100 монет дали, представляешь? Так, все, едем. А почему тут быстрее едет сюда, а? Чиф вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Аккуратненько едем. Да. Опа, едем, тихо, аккуратно. Ага, монетки пропустили, к сожалению, ну да ладно. О, бревна, которые не установлены нормально. Да. О, я один единственный. А, это что? Блин, приехал сюда первый, что ли? Да. Я не первый приехал. Эх, ну ладно. Вот этот чип, я не знаю, куда он так спешит. Че он так едет быстро? А, я разбился, ребята, разбился, нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, к сожалению. Че у нас там? Какое место? Первое место. А, нет. Первое или второе место? Не знаю. Вроде написано первое место. Опа. А, нет. Это просто я с ребятами еду. Я думал почему-то, что уже с боссом. Нет, еще пока. Еще пока рано. Так, монетки, к сожалению, мы не собираем. Ну, тут и монеток-то не особо много, так что... Нам здесь главное, ребята, первым приехать, а не монетки эти собрать. Потому что за первое место нам дадут больше денег. Давай. Есть, первая позиция, я успел. Наконец-то. На мотороллере каком-то, смотри. Меня чуть не подрезала. Девчуля. На мотороллере, представляешь? Где мотороллер, а где автобус? Есть же разница, да? Опа. Так, все. Снял я крышу. Из вот этих мотороллеров вонючек. Едут прям. Прям спешат, а? Победить хотят. И мне приходится спешить. Спешка, ребята, здесь не очень хорошая вещь. Но приходится спешить,
Чтобы хотя бы вторым приехать. Хотя бы вторым. Ну а мы с вами третью гоночку давайте поиграем. Так, все, идеальный старт. Едем. О-о-о, здесь можно разбиться. Ай, разбиться можно. Блин, мы и разбились. К сожалению, разбились. Так, какое место мне дадут? А, второе. Превосходно, второе место, да, конечно. Так, а ну вот, наконец-то, ребята, у нас босс Мэки. Надо его как-то, ее как-то победить. Не знаю, получится или нет. А, давайте купим мотор. Деваться некуда, пришлось купить. Потому что без мотора я этого мощного, навряд ли я вообще смогу победить. Да. Сейчас уже получше стал автобус ехать, смотри. С моторчиком-то. Опа, нет, нет, пожалуйста, не разбейся. Фух, чуть не разбился, чуть не разбился. Ну как же эту Мэки-то победить, алло, не знаю просто. Опа, нет, смотри, что творится. Она перевернулась. Вроде бы как, но осталась живой. Да, жесть. Но у нас не получится у Мэки выиграть никак. Тут она разбивается, главное. А перед этим не разбивается, да? Офигеть. Ладно, поехали еще раз. Вторая гонка. Видишь, она какая быстрая. О-о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 . Едем. Так. Мэки, вонючка. Я, может быть, и первый приеду. Хотя навряд ли. Сейчас где-нибудь разобьюсь нафиг и все. О-о-о-о, давай, давай, пожалуйста. Есть, есть, едем, едем, едем. Неужели я первое место займу? Пожалуйста. Вонючий случай. Где же там уже финиш? Есть, финиш, финиш, финиш. Есть, первая позиция, ребята. Офигеть, офигеть. Первую позицию мы заняли в первый раз. За все это время. Так, ну и третий. Это решающее. Если сейчас побеждаем, ребята, то побеждаем. Если нет, то, к сожалению, нет. О, нет, мы разбились. Мы разбились, к сожалению. Мы не выиграли. Второе место. 50 монет.